Здравствуйте, я Станислав Авик, Санкт-Петербург. В Альпийской симфонии я играю партию 5-й валторна и партию вагнеровской тубы. Ну, валторна – уникальный инструмент, как говорил Шуман, композитор, что валторна – это душа оркестра, и тембр очень красивый и сочетается со многими инструментами. Но в Альпийской симфонии одна из основных партий у группы «Валторн». Есть также и за сценой играет банда сценическая, играет сигнал за сценой. Потом они идут в оркестр и играют уже в оркестре. У аудитории пожелание, чтобы они просто немножечко там узнали, прочитали про эту симфонию, потому что это программное произведение. И чтобы они понимали, что, какой раздел зачем идет, тогда будет гораздо интереснее и понятнее, что Штраус имел в виду. Рихард Вагнер, композитор, придумал этот инструмент, чтобы объединить тембр валторн с тембром тромбоновой группы и тубы. В Альпийской симфонии она просто выполняет функцию краски, то есть как художник, потому что вагнеровская туба, она не только Вагнером используется, а также использовалась и у Штрауса, и у Брукнера в симфониях, и даже у Малера, и у Губайдулины. Есть какие-то определенные места, где, допустим, у Вагнера, в частности, играет вагнеровская туба и хоралы, и также вместе объединяет валторны и тромбоны вместе, тембр, чтобы сливался. Также есть и отдельные какие-то сольные куски, например, с тубой в золоте Рейна. Это из тетралогии Рихарда Вагнера «Кольцо Нибелунга», где великан Фафнер превращается в дракона, чтобы охранять золото. Это на самом деле кусок из хорала, еще играет три вагнеровские тубы, поэтому здесь скорее гармонически должно быть все четверо играть, чтобы было понятно. Рихард Вагнер, «Золото Рейна», в самом начале, в вступлении тубочки играет вагнеровский хорал.